помодничаю немножко, а ты пока говори. Ну что сказать, тема сегодняшнего выпуска 14 февраля. Женщина-цветок перед нами. Нет, вот сейчас ты ошибаешься, не женщина-цветок, а типаж рублевская жена. Разве может женщина-цветок позволить себе такое роскошество? Нет. Во-первых, шикарная перелиночка из меха среднеазиатского тушкана. Видимо, рублевская жена может себе позволить. В ногах у нас рептилии. Или питоны. В-третьих, у нас подошва пинг. Типа лабутены. Ну и вот тут уж не типа, бери выше. Лабутены. Конечно же, изюминка и конфетка этого образа, роскошное платье в стиле New Look. Сумка поскромнее, но тоже с определенным намеком. Ничего себе, поскромнее, блестит как не в себе. А вы знаете, когда рублевская, типаж рублевская жена одевается каждое утро, ее одежда несет некий посыл. А какой он может быть посыл? Больше бриллиантов, больше соболей и очень много тушканчиков. Нет, ну тут уже как бы к соболям надо. Угу. Тушканчик уже есть. И миллион алых роз. Все верно. Все просто и логично. Поэтому, девочки, если вы хотите 14 февраля запомнить, быть на вершине Олимпа, так сказать, рублевского, да, ну или королевского, это одно и то же, надо одеться просто так, чтобы всех с ног сшибало. Вот этими самыми шпильками. Да, берем шпильку. Тут можно еще сетку пустить по ноге. Ну, знаешь, так, чтобы уж наверняка. Угу. Чтобы манило, прям вот манило. Обязательно пышное платье, которое подчеркивает все ваши достоинства. И сверху какой-никакой, ну хотя бы, ну уж какой есть мех. Девочки, я все прекрасно понимаю, что 14 февраля действительно волшебный день, день всех влюбленных, и неважно, сколько вы любите друг друга, наверняка в большинстве семей принято как-то отмечать этот праздник и делать друг другу какие-то подарки и сюрпризы. Поэтому давайте немножко не будем, как бы приостановимся, горячиться не будем и подберем соответствующее платье под это мероприятие. И я считаю, то платье, которое на мне, оно абсолютно точно подойдет. Посмотрите, какой интересный крой. Казалось бы, обычное платье, но за счет интересных деталей в области, получается, ног, в области груди и плеч, оно становится очень эффектным. Сюда стоит добавить легкие босоножки, небольшую сумку, и образ на празднование 14 февраля готов. Такое платье можно потом внедрить в повседневную жизнь. И, конечно же, за это прекрасное платье, за этот современный комплект я благодарю торговый комплекс «Таганский», где вы можете приобрести все изделия, которые вы видите на мне, тем более мы указываем и бутик, и стоимость этих изделий. Одно сердце на двоих, признался тебе.